я уже говорил, это хорошо известно. Вооруженные силы Украины начали его 4 июня, используя стратегический резерв. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. И, судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, занимается восстановлением. Но вот сейчас я только что говорил, и хочу еще раз повторить. Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают.